Так, ребят, всем привет, меня Влад, точнее Кусак. Окей, сегодня мы будем, собственно, смотреть на новый ивент «Марш сквозь время». Вот, если что, это, получается, ивент, сделанный журналом Time. Кто знает, есть такой же журнал, вот, американский, или не американский, я не уверен. Вот, но я просто журнал только на английском видел их. В принципе, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Это, если что, сегодня, получается, день Мартина Лютера Кинга Джуниора, вот, в Америке, так, ну, собственно, есть такая, ну, как, можно сказать, ну, как, традиция, не традиция, но, ой, что тут, загрузочный экран, первый раз вижу, ну, короче, это, собственно, то, это как праздник, можно сказать, и у нас, типа, ну, в этот день и школы, и работы, и так далее. Вот, типа, как национальный праздник. Вот. И поэтому давайте посмотрим, что из себя представляет этот ивентик. Хотя, ребят, давайте все-таки зайду с людьми, потому что, мне кажется, это атмосфернее будет. Я случайно шел в частную игру. Вот, а также, ребят, хочу сказать, за то, что я выкладываю столько видео в день, сегодня 8 видео выложил, вот, целую ночь не спал, до сих пор не сплю, уже 10, ой, какой 10, уже час дня, блин, вот, пишите мой код автора, буду очень сильно благодарен, вот, просто это будет, ну, это очень сильно, я, ну как, очень хорошая поддержка моего канала и меня, собственно, то, поэтому вписывайте, буду очень сильно благодарен, вот, собственно, то, давайте приступим. Также людей, кто покупает что-либо с моим тегом, я добавляю в друзья, просто киньте мне скриншотик. Вот я так всех этих людей добавил, кто у меня в друзьях. Поэтому вот такие пруфы есть. Давайте открытую игру открою и зайдем сейчас, посмотрим, короче, что из себя ивент представляет сам. Ту-ту-ту-ту. Может было лучше поменять скинчик, не знаю, но ладно. Хотя нет, я, короче, у меня будет Человек-паук, так как символический скин канал. Хотя я вообще думал сделать вот как пришельца с 10 сезона. Типа как, ну, символ канал, ну, хз, посмотрим. Типа именно скин, который я юзаю, но в итоге я купил Человека-паука и начал его юзать очень много. Вот, мне не надоедает. Так, давайте подождем, пока загрузятся все люди. Вот, нормально. Так, что мы тут делаем? О, наконец-то. Так, все, ивент начался. Давайте пойдем, присядем в рядах. У каждого есть свет и голос, чтобы изменить мир вокруг. Кстати, локализировано. Сделайте карту в течение 20 минут и получите награду. И работайте сообща, пройдите все головоломки, чтобы зажечь свой свет. А, здесь можно потанцевать, да? Угу. А у меня нет такой мод, или есть? Где она? Вот она. Это не секретка никакая. А, ну нас сейчас телепортнет. Вот, может здесь опыт будут давать или что-то такое, не знаю. Или секреточку какую-то, интересно. Вот. Ну, скорее всего, опыт. Вот, так как это, по сути, творческий режим, отчасти. Ой-ой, Time. Журнал, нормально. Ой, прикольно сделано, кстати. Так. Он ивент. Я рад сегодня быть с вами. Стать участником этого события. Давайте переведу. Мне что-то лагает прям. А которое все запомнят, не успел прочитать. За свободу в истории нашей страны. Так. О, нормально, разлагало. Хотя лагает еще. А сотни лет тому назад один великий, что-то там человек, по-моему, американец, не успел прочитать. Символично возвышается. Я, короче, не умею читать, извиняюсь. Подписал манифест об освобождении. Ой-ой-ой, осуждаю немножко. Такое не хочу говорить. То YouTube желтую монетку. Кинь для миллионов, что-то там. Вот. Испепеляющий стал
кем-то там, короче, надеждой стал. Он несущий радости. Короче, я не умею читать, сами читайте, тут субтитры слишком близко. Суждено рассеять, вот. Вот он прочитал. О, как, можно так? Бесконечную тьму неволи. А где эта эмоция? Вот это. О, нормально, чисто присел такой, чилю. На 100 что-то там лет население все еще не обрело свободу. Вот это, если что, по-моему, оригинальное видео. 100 лет спустя. Ты что ко мне подошел? Жуть. Что-то там еще законов, каналы, сегрегации. Ой, куда я повернулся? И цепи дискриминации. 100 лет спустя. Ага. Вынуждено существовать. Население, короче, вот. На острове нищеты посреди что-то там океана богатого, короче. Спустя там сколько-то там лет население все еще томится. На обочине американского общества мы изгои в своей же стране. Ничего себе. Это, если что, я в Америке живу 6 лет. Вот, если кто не знает, в Америке живу, поэтому не осуждайте меня за мой русский язык. Вот, я вообще в Украине родился и сюда прилетел, когда мне 9 лет было. В нашу столицу там что-то там-там-там. Составляя, знаю, что-то там. Конституции и... декларации, что-то там-там-там, отцы-основатели нашей республики подписывали долгосрочные обязательства. Вот это я прочитал нормально. Перед каждым американцем. Вот так. Ничего себе. Блин, субтитры, мне кажется, быстрее, чем он говорит. Это обязательно... Чё они... Ладно. Всему населению страны, короче, что-то там. Вот. Ну да, независимо. Так, и стремление к благополучию. Но сегодня мы увидим, или видим, что... Та-та-та. Давайте я присяду вот так, в рядочек будем сидеть. Нормально, чисто чилим. Места это... Та уйди, блин, чел, не мешай смотреть. Американцы получили необеспеченный чек. Чё? Чек с пометкой недостаточно средств на счете. Ну, да, конечно, это. О, хорош, теперь сел человек. О, вообще нормально. Давайте еще это уберу. Так, чтобы если что, нормально было. Видно. Вот так. Мы отказываемся верить в это. Мы отказываемся верить. Блин, даже в аниме на английском мне легче читать субтитры. Что-то там могут быть пусты. Мы пришли обналичить наш чек. Чек, который у нас обязан, что-то там, который обеспечен нас богатством. Свободы и гарантирует справедливость. Вот. Надеюсь, мне АП не кинут, если... челик, уходи, вали. Ты чё, наглел? Блин. Да уйди ты. Сейчас. Короче. Название видео будет. Скорее всего, мне дефолт портит. Ивент. Так. Требования. Роскошь, которую мы не можем себе позволить. Угу. Такое что-то там было обещание. Что-то там. Короче. Пришло время выйти. Ну, я вообще говорю, я читать субтитры умею. Ты чё, чел? Вы чё, я Человек-паук, не надо мне тут. У меня там это есть, как её там? Мэри Джейн. Вот. Или не Мэри Джейн, ну, какая-то там, короче, Джейн. И чё-то там, пришло время подарить. О, подарочек, нормально. Вот нам еще паук. Всем божьим детям. Короче, умею читать. Мне лень. Сами читайте. Вот. Я для этого слишком стар. 15 лет. Ой, какой 15? 63. Да блин. Челик, что ты делаешь? Да. Тут уже это. Тут. Что это такое вообще? Это как-то ненормально. Ой-ой, суп. Вот, суп. Там он суп сказал, если что. Не бывало, будет сильно разочарован.
Куда мой персонаж смотрел? Что? Ладно. Фух, хорошо, свали. Чё? Ты чё? Это этот. Если бы этот человек был лысым, он бы был это, как Джонни Хинс. Пусти. Так. Чё-то там. Права какие-то. Америки не будет. Мира и спокойствия, вот. Пока наступит солнечный день. Продолжают стрясать наше государство. Блин, как он не устал еще это все говорить? Кое-что своему народу. Стоя на пороге нового мира, там что-то там обещает согреть теплом. Да вы издеваетесь? Тут на мне. Тут еще Тор прыгает. Вот. Можно совершать что-то там, короче, это незнакомцев каких-то. Если что. От меня озвучка вообще имбовая. Я хотел сделать стримчик на Твиче своем, где я буду смотреть аниме и озвучивать его, собственно, то. Но что-то я так понял, что не получится у меня это сделать. Мы должны верить в борьбу, что-то там составить честь и достоинство, вот. Мы должны позволять нашему протесту перерасти физическое. Осуждаю. Мы должны противоставлять физической силе нашу силу духа. Снова и снова. Новая удивительная воинственность, которая охватила сообщество, короче, такое. Не должна привести к потере наших, братьев. Поскольку так показывают их присутствие сегодня. Топ! Опять пришел сюда этот. Джонни Синс с этими, с волосами. Блин. Что ты делаешь, дядь? Ой-ой-ой. 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 О. Что он делает? Какой у него ник? Long live. Ой-ой-ой. Не буду произносить. Мы должны дать слово. Какое? Что не сведем с пути? Короче, не сворачивайте, ребят. Дороги назад нет. Некоторые спрашивают борцов за гражданские свободы. Которые вы успокоите. Я, короче, не знаю. Мы не... население, понял. Не перестают двигаться кошмаром. Полицейский... мы не успокоимся пока. Что там вода делает? А, это же Вашингтон. Городские гостиницы не перестанут отказывать нам... Дорогой, дорогой, в, короче, ночлеге. Нет, ну я вообще, мне нужно этим аниме-студиям нанимать, я буду им озвучивать аниме. Мы не успокоимся, пока наших детей, собственно, то я отнимает у них чувство достоинства, осуждаю такое. Все знают, ой-ой-ой, что-то опасно тут идет уже. Конечно, я знаю, на Ютубе, ну, отчасти такой не зап... Блин, я думал, уже и Человек-паук начнет тут всякой фигню этого заниматься. Блин, что так много Человека-пауков? Чем подсел? Человек-пук. Че он делает? Дядь. Что происходит? Ой-ой-ой. Фух, все, закончилось. Тут у нас какие-то эти... Что он делает? Он что, присел, встал? Так, ребят, что-то у нас тут не ивент получается какой-то, а тут это... Это, не буду говорить. Ну вот, ну радуга получается, как видите, он показывается. Вот, кто поймет, тот поймет. Это, на небе которая радуга. Ты чё? Тор, дядь, по-моему, этот Человек-паук еще несовершеннолетний. И представлению и становятся жертвами. Созидатели. Продолжайте свой путь и помните, что незаслуженные страдания искупают грехи. Возвращайтесь к в Миссипи. Алабаму, то не, Южную Каролину, Джорджию, думал Джорджу написано,
Трущоб, ой-ой, что с этим Тором? Что он делает вообще? Что это такое вообще? Че Человек-паук такой стоит? Это пацан или это? Нет. Ну нет, нормально. Это вот этот челик тоже вначале там всякую дичь творил. Вот, ну конечно, ивент имбовый, согласитесь, в комментариях вообще. Сегодняшнее будущее. У меня есть мечта. О, вот это популярная его фраза там. И моя мечта связана с американской мечтой. Угу. Я мечтаю о том, что однажды наша нация станет... О, мечта написано. Жить в соответствии с своим принципом. Мы исходим из... А это, кстати, это... А это магазин эмоций или нет? Я просто не уверен. Вот это мечта. Вот. Просто я не уверен. Ой-ой. Линкольна показывают. Блин, я думал вообще это будет как это, как резиночка. Не резиночка, это канат. О, запи. А это была эмоция? Чё я вообще пропустил 20 миллионов эмоций? Что это вообще такое? Не, мне вот это надо эмоции. Я мечтаю о том, что однажды даже штат Миссисипи. Да чё он с Миссисипи заладил? От жара. Блин, а есть эта эмоция, где он показывает пальцем, и я на него покажу пальцем, а он на меня. Это вообще имба будет. У меня есть мечта. Записываем. Однажды четверо моих детей будут жить в стране, где... ага. Вот это популярная, типа, вот эта фраза. Вот. Помню, в школе мы учили или что-то такое, мы проходили по истории или почему-то. Хотя мы это на английском проходили. Я мечтаю, что однажды в Алабаме... Ты что, с Алабамой за звание? Полный радикал... Ой-ой-ой, ты что, что ты там? Губернатор не перестает кричать, ой-ой-ой. Что однажды в Алабаме... Там в Алабаме, кстати, это там... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дядя, поосторожней тут, тут мы на ютубе. Я не хочу желтую монетку получить. Хотя нужно это, побольше говорить, ребят, понимаете, чтобы мне не кинули страйк за звук. Вот, за картинку не кинут, потому что это Fortnite. Хотя могут и кинуть. Я мечтаю, что долины опустятся, холмы какие-то. Равнины и дороги станут пряными. Что-то там, спасение божье. Ага, это наша надежда, или что-то такое. И это кара, я отправлюсь на юг, или отправлюсь. Это вера, которая поможет нам высечь камень. Строго, кто не понял. Не очень шутка была, ну ладно. Которая поможет нам создать симфонию братства. Так, вообще, это вера, которая нам поможет работать. Вместе, мы все вместе. Братцы вместе. Садиться в... Ой, мне это не надо, не надо. И вместе сражаться за свободу, зная, что она станет день, когда мы ее обретем. Вот это нормально. Мечта. А, кстати, если я на японский переведу, тут будет на японском написано мечта. Хотя вроде японского языка нету. Потом можно проверить. А, милый край, я гимн пою. Ну, а чё нет? Давайте... Блин, извиняюсь, конечно, ивент, но мне интересно. Просто есть японский язык? Ой, ой. Арабский... Японский. Блин. Не, не буду проверять. Изображение Нью-Хэмпшира. Пусть... Смогучая гор Нью-Йорка. Там же вроде не горы. Пусть с высоких аллигаторских гор Пенсильвании, пусть звон свободы с пиков скалистых, пусть звон свободы с прекрасных что-то там Калифорнии, и не только оттуда. Пусть звон свободы с горы Стоун Мартин Джорджии, пусть звон свободы раздается с горы Локаут Маунтин Теннесси, пусть звон с каждого холма и кочки Миссисипи.
Опять в Миссисипи. Пусть каждый повышенный... что там вышенности раздается, короче. Звон. Когда что-то там со звоном что-то произойдет, там нереально это было прочитать, на секунду было. Из каждого штата и каждого города. Тогда мы сможем приблизить тот день, когда все дети... Ой-ой-ой, тут опаснее еще становится. Ой-ой-ой-ой, ничего такое... Та вы издеваетесь? Вы шо? Ну это вроде это, девушка, поэтому нормально, нормально. Фух, а чё тут, можно где-то побегать вообще? Секреточки поискать, пока тут ивент. Ой, с другой стороны ивент. О, это как типа мемориал в Вашингтоне. Не знаю, не знал. И чё, это конец, я все пропустил, типа? Шо это? Жгите свой свет, зажёг. О, Настя. Ой-ой-ой. Настя. Угу. Ага, закон там, вот это все. Зажгу свет. Давайте зажгем свет. А если все света зажечь, что будет? Так, тут один свет остался. Вот эта школа. И, по-моему, ивент закончился. А что, если все света зажечь? Ну, вот это остался один. Я не знаю, как его зажечь. А, тут не по... всем нужно быть или что тут? Не знаю. Так, здесь не все. Чтобы активировать плиту света, пройдите все 10 мини-игр, а затем добавьте свой свет вместе с 10 другими людьми. Когда вы выполните задание и нажмете свой свет, добавьте твиттер снимок экрана, отметив со светом на плите и скажите, как голос сделает мир лучше. Чё-то я вообще ничего не... The March. Нормально. Вот, ну тут какие-то мини-игры есть. Я что-то, видимо, понял. И что, ничего не понял, короче. Я так и не понял, тут дают что-то, если я эти мини-игры сделаю или нет. Потом... Вообще хаза. Где тут эти мини-игры? Что они вообще делают? По-моему, они ничего такого не делают. На плите. О, нормально. Два чела. Насич. А как я здесь оказался? Шо? Шо было? Чё происходит вообще? Ну, ребят, такой, короче, ивент. Напишите, как вам ивентик в комментариях. Будет интересно прочитать. Также я передаю привет всем людям. Да блин, я тут застрял. Я передаю привет всем людям, которые пишут комментарии. Поэтому давайте я передам привет людям с прошлого видосика. Далее пойду снимать баги. Вот. Я думаю, что мы не успеем закончить. Если вы, кстати, закончили все задания на этой карте, напишите, что вы получили. Вот. Либо что можно получить. Тут дают опыт или какую-нибудь, я не знаю. Может, спрей какой-то дают, интересно просто узнать. Вот. Собственно, то. Давайте, получается, перейду в последнее видео по багу. Так, и передам привет. Так, получается, передаю привет. Собственно, то. Ой-ой. Передаю привет Ferial Game, Lil Gangster, Games, потом Street Photographer. Вот. Так, далее, получается, передаю, ой-ой-ой, сейчас, это все, получается, на прошлом видео, кто оставили комментарий, давайте перед этим, посмотрим видосик, передам этим ченкам привет, вот, и, наверное, все. Сквизи, здорово, ГГ, привет, Михаил Кузнецов, вот, Михаил Кузнецов, привет, вот, и, в принципе, все, ребят. Собственно, то передал всем приветы людям, кто, ну, писал комментарии. Вот, напишите комментарий, если хотите попасть в видосик. А что тут? Что происходит? Что, все сюда прибежали? Короче, вот такие вот делишки. Также хочу сказать, ребят,
что у меня есть инста, поэтому подписывайтесь на инсту. И хочу вот этим человекам большое сказать спасибо за подписочку на инсту. Ссылочка в описании есть. Далее у меня есть второй канал. Если кто не знает, я в Америке живу. Вот, и там я выкладываю влоги. И я недавно записал влог со школы в США, поэтому скоро нужно его просто смонтировать будет, и я выложу на канал. Поэтому заходите, подписывайтесь, буду благодарен. Также, ребят, заходите в Discord, там вы можете найти, с кем поиграть, можете найти самые новые баги, вот, и просто пообщаться со мной и с другими челиками можете. У нас там 1600 человек. Также вы там можете, ну, найти бота именно с магазином предмета, поэтому кому интересно, заходите. Вот, и в принципе, я думаю, на этом будет все. А, ну еще хочу сказать большое спасибо ну, за донат Серку. Вот, если хотите попасть в видосик, можете задонать, либо подпишитесь на другие соцсети, лучше на все подпишитесь. Я буду вам благодарен, и заодно сможете в видосик попасть. А с вами был я, Кусак Окей, более не буду вас задерживать. Вот такой вот был ивент, кто пропустил, напишите, кто не пропустил, кто попал в него. Вот, давайте зайдем еще вот сюда, тайм. А, кстати, там, по-моему, монумент вот этот, который был в видео с Линкольном. Вот этот тайм. Ну ладно, давайте сейчас хочу туда пойти, посмотреть, что там. Хотя, в каком была произнесена речь? Ну, блин, это же очевидно, Вашингтон. Правильно. Не дали опыт? Не дали, вот и кадр вообще. Так, продюсеры. Вот, это я знаю. 1 декабря 1955 она отказалась уступить место в автобусе. Ой-ой-ой. Получается, Роза Паркс. Блин, вот это я, конечно, умный. Ну, такие вот делишки, я просто некоторые штуки учил. Вот, и еще давайте вот здесь пройду. Форма протеста, использующих для борьбы против всех. Ой, ага. Называется Сечи. А, Бирми. Я не знаю сейчас. По-моему, нет. По-моему, сейчас из-за забастовки. Нет, ну я вообще, видите, на все вопросы правильно отвечаю. Вот. Ну, типа сравнить со мной. Вообще, Unreal. Вот давайте пойдем вот туда. Хочу посмотреть, что там есть просто. Там еще что-то есть, я пропустил. Хотя давайте пойдем, просто посмотрим, почему бы и нет. Вот, видосик пока не буду заканчивать. Просто кому интересно, можете ее посмотреть. А кому неинтересно, сейчас попробую пройти тут квестики. Допустим, вот паркур. Вижу. Полет. Один игрок или больше. Используйте гравитационный шар, чтобы собрать все сферы сил. Какой играть? А. Какой? Блин. Шимпулька. Ой-ой-ой. Давайте сферу соберем. Первая. Вторая. Так. Так это изичи. На изичах можно сделать. Так. Просто это, тут даже паркурить не нужно. Так. Вот. Давайте эту соберем. Так. Блин, куда? Так, давайте на вот этот шарик. Так. Ну, вообще, могу похвастаться, я так-то отличник в школе, можно так сказать, моей в Америке. Ну, потому что в Америке учеба намного легче, хотя, хз, хз. Я вот сейчас эссе писал, хз, как сдам, типа, вот, писание. Чё тут так много, чё, мало людей, точнее. Вот, давайте сейчас соберем. Да блин, я думал, челик собрал этот шар. Чё, вы не можете один шарик собрать? Все собрали, значит. Все вроде собрали, да, шары? Да, все. По-моему, может, тут что-то нужно сделать. Вроде ничего больше не вижу. Вот, все, вот тут зажглось. Вот эта штука зажглась. А, нет, вот еще остались. Не заметил, не заметил. Я не знаю, они не прогрузились, или я их действительно не заметил. О, все, насечь. О, как раз появились, где я хотел побыть. Нормально. У Линкольна.
статуи. Хотя она почему-то закрытая. Ага. А, ну это получается где... Нет, это не тут, по-моему. Давалась речь. Вот. Ага. Вот это зажглась. Давайте попробую все выполнить. Тут еще три осталось. Вот эти штучки вон там. По-моему... Одна. А, ну вот здесь ведь написано же мини-игры все. Все на той стороне выполнены мини-игры. Остались на этой стороне. Я хочу вот туда сбегать. Посмотреть, что там есть. Там мини-игра, это, скорее всего, именно лабиринт. Посмотрим, короче, посмотрим. Хочу посмотреть, тут есть? А, нету. А, ну, в принципе, по идее, все есть. Ну, как в реальной жизни. Ну, хотя, в реальной жизни, по-моему, вот этот тут просто как не бассейн. Ну, такая штука, она прям перед вот этим монументом. Ну, кстати, вы могли этот монумент видеть в Человеке-пауке в первом, который... Когда он в Вашингтон ездил. Вот. Ну да, это лабиринт, как я и думал. Так. Короче, как говорится, всегда иди направо. Никогда не подведет. Подвело. Налево идти, значит. Немного не так сделал. Видите, налево иду, иду, иду. Подвело, блин. Что тут нужно идти? Так, на этой стороне ничего. Хотя, по-моему, здесь уже все же залутали. И, ну, типа, здесь одна секунда. Вот это сделать. Пройти весь лабиринт. Ну, вот вы видите, да? Взаимодействовать, взаимодействовать. А, понял, принял. А, стоп, а это нужно на обоих сторонах, типа, взаимодействовать? А, ну пусть другой челик с другой стороны зайдет, что там он. Вот я подожду, нужно с обоих сторон взаимодействовать одновременно, я так полагаю. Не, вот это, конечно, умный. Потом самое сложное будет всех собрать в одной точке. Посмотрим, что дадут. Просто интересно, рили. Вот, зашел, найс. Давай, челик. Оп. Взаимодействовал? А. Не взаимодействовал. Давай, 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 пока. Найс. Все сделали. Вот так. Сейчас вырублю. Так. Оп. Так, где мы появились? А, это вот это, типа, как автобус. Ага. Freedom Rides. Ага, столкнулись. Ой-ой. Ну, там, ну, я про это учил, там, конечно, не горел автобус, но все равно. Вот, все, мы тут зажгли одну, вторую есть уже, получается. А где вторая была? Вот эта вторая. Ну, сейчас посмотрим, короче. Посмотрим, посмотрим. Интересно. Ну, вопрос, наверное, передо мной. Все прошли. Так, что-то здесь написано. Mountain Top. Два игрока или больше? Блин, здесь два игрока нужны. А я здесь один, да? Ну, издевайтесь. Я хотел все пройти. А, челик. Челик, челик, челик. Иди сюда, сюда, иди, сюда. А, или они сделали вот эту штуку уже. Идем. Вот не сделали, не сделали. И что-то другое делали. Так, давай. Давай, возьми, возьми, возьму. О, пошли. Опа, опа, идем, идем. А чё такой скользкий, блин? А, нужно вот так. Вот это я, конечно, умный придумал. Так, получается, сюда нужно подойти. Ага, и давай взаимодействуем. Блин, вот так, давай, второй человек. Опа, хорош, кафе. Кафешка, кстати, с Ривердейла мне напоминает. Кто знает такой сериал. Такая же кафешка. Правда, сериал скатился, но все равно. А, ну это мы делали уже. Блин, вы издеваетесь. У нас еще два... Две осталось штучки. А, получается, вот эти, которые помечены. Которые помечены как вот таким сиянием, мы их уже сделали, видимо. Или нет. Либо же это где миссии есть. Да, сделали. Вот здесь еще. Видимо, челы сделали, поэтому так и есть. Вот эти именно пьедесталы, или как они называются, которые горят. Тут горит, типа. Здесь я могу так выйти? О, хорошо, могу.
Так, пошли сюда. О, хорош. Ожидание напарника. Чел! Ты куда? Мне напарник нужен. А, вот, все, Настя. Оп, оп. Найс. А чё меня в клетке какой-то из-за этого? Давай, человек. Хорош. А, понял, типа нужно. Ой-ой-ой, осуждаю тут немножко. Вот, конечно, это история все. Это. Вот. Но все равно, немного осуждаю. Так, последний остался. Так сказать. Пьедестал, или как он там называется. И где это? Не, я в... Я здесь не на все вопросы, не на все, на все. Это у Линкольна, скорее всего. Куда они бегут? А, не тут. Тут не все сделали. Колонка для двоих. Два игрока. Активируйте платформу с помощью переключателя, чтобы напарник смог добраться до вершины. Нормально. Два. Опа. Хорош. Чё? Чё-то я вообще ничего не понимаю. Что происходит? Давай. Прыгай. А, нет. Да прыгай. Давай. Блин, другую платформу нужно. Оп, хорош. Нет, это, конечно, мы умные. Хорошо придумали. Так, я чё-то вообще не понимаю головоломки. Оп, нормально. Прочистили. Ай, больно. Короче, челик сам будет делать это все дело. Вот мы сами будем пропрыгивать. Я вообще самый лучший паркурщик на планете, как вы видите. Вот, тут стартер-пак не смог это все дело сделать. Вот, так, давайте. Не меняй ничего, не меняй! Челик, заруинил. Все нормально было, я там почти дошел до конца. Как меня бесит такие челы. Чисто руинер, боже. Ну ладно. Так, давайте посмотрим. Пожалуйста, нажми на эту фигню. На одну вот эту. Нажми, чтобы я смог допрыгнуть. Да не эту, блин. Ну вот эту, третью. А, ну она, видимо, это... Она сначала... О, хорош, дошел, челик. С кем я вообще играю... Так, сейчас сам сделаю вот это все дело. Вообще, тут челы не могут нормально паркурить. Давайте. Оп. Давай. Другой. Оп. Нормально. Не надо, ничего не делай. Чел. Так. Я вообще говорю. Я сейчас вообще лопну, так сказать. Что они делают? Все нормально там было перед этим. Все же было хорошо. Не какую-то фигню включать все время. Коммуникации нет вообще у Тимы. На двоих человек головоломка. Вот, а мы вчетвером не можем ее сделать. Ну, на два человека, на двоих человек. Нормально сказать. Кстати, здесь можно было разогнаться и до сюда прыгать. Ничего не делать! Не делайте ничего! Нет! Как я этого чела ненавижу. Боже, достал. Ты что, не умеешь ничего делать? Вот, белый потом. Нет, блин, не делай ничего. Он сейчас какую-то фигню нажмет, и я... Фух. Ой, блин, вообще у меня это депрессия почти. Так, забираем, зажгите свой свет. Зажег, нормально. Так, зажигаем свои света, подходим. Опа, свет у меня есть, зажигаем. Так, зажигаем. Второй раз даже. Третий раз зажигаем. Опа. Еще. Найсич. И что нам дадут? А? Что дают? Что-то ничего не дают. Блин. Может их нужно тегать? Типа, если мы тегнем. У меня какую-нибудь дырточку там. Не знаю, какую-нибудь фигню. Короче, ничего не дадут, ребят. Нет смысла в этой фигне.
Вот, ничего не дают, это скам вообще полного 20 уровня. Тут даже фейерверки закончились спустя 10 секунд. Короче, а я тут просидел 40 минут видосик. Давайте я до 40 минут дойду. Ну, такие вот дела. Видите, скам, полнейший скам, полнейший. Ну, зато есть огонечек. Я не знаю, как они его сделали. Может, есть эффект такой в творке. Либо же это специально сделано для этой карты. Вот. Но вот такие вот делишки. Тут огонечек остался от того чела. Вот, я хочу его застакать. Вот, и выйти с игры вместе с этим огонечком. Поэтому, ребят, такие вот делишки. Надеюсь, видосик вам понравился. Вот, если вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот. Такой вот был ивентик. Напишите, как вам ивент. Как по мне, довольно интересный, интерактивный ивент. Вот, из-за того, что тут не с несколькими людьми можно этот делать ивент. Ну как, проходить карты, то он довольно интересно выходит. Вот, собственно, то. Давайте, ребят. Всем спасибо за просмотр. Пойду баги далее снимать. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, видосик вам понравился. Удачки.